Село Деревянск находится в республике Коми и стоит на левом берегу реки Вычегды. Еще в начале 18 века там появился православный приход Рождества Христова. Его каменная церковь уже 19 века сохранилась до наших дней, но величественное здание нуждается в реставрации. А пока, чтобы собираться на богослужение, местные жители возвели небольшой, но очень светлый и уютный Никольский храм. Священнослужители вместе с архиепископом Сыктывкарским и Коми-Зырянским Петеримом, взяв четыре камня, забивают гвозди в столпы, прикрепляя таким образом престол к основанию. А после совершается омовение и освящение престола. Это торжественное событие наверняка надолго запомнит прихожане, которые строили храм в родном селе. Трудами вашими, возглавляемые Троице-Стефано-Ульяновским мужским монастырем и лично игуменом Савой. И я очень благодарен за это строительство. Еще три года назад сельчане собирались в молельном доме, а сейчас по современной каркасной технологии возведена церковь. Начали строить осенью прошлого года, а в праздничный день владыка наградил тех, кто особо потрудился на благо прихода. Храм, его строение, выражение любви к Богу и к людям – это и социальный центр в том числе. И сегодня как раз такое евангельское чтение от Матфея, оно является доказательством, что Бог принимает социальные учреждения, и богослужебные, и социальные. Сельчане знают, что вера и храм помогут им жить лучше. Ведь, молясь Богу, мы просим у Него благ для нас и наших ближних. И даже если случатся трудности, оптимизма местным не занимать.